Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі відомий адвокат і правозахисник Марк Фейгін. Марк Захарович, привітствую вас, рада вітати. Здравствуйте, Олена, рад привітати всіх зрителей каналу «Січас». Традиційно наших глядачів закликаю бути активними. По-перше, підтримайте своєю підпискою авторський канал Марка Фейгіна на нашу YouTube-платформу, ну а це відео своєю вподобайкою, коментарем та поширенням. Марк Захарович, наш сегодняшний разговор хочу начать с того, что Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В частности, этот договор предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии одна против одной из этих стран. Также при угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы. В этих пунктах некоторые аналитики видят то, что северокорейские солдаты могут вместе с российской армией воевать, в частности, ну вот, в Украине. Видите ли вы в этом такую угрозу? И что скажете об этом соглашении о всеобъемлющем стратегическом партнерстве? Ну, во-первых, мы должны ясно констатировать, что Северная Корея и Москва – это военные союзники, да, как Гитлер и Муссолини, условно. Да. И без того Северная Корея поставляет в Россию снаряды, другие боеприпасы и так далее. То есть, фактически, нарушая эмбарго на предоставление военной продукции для страны-агрессора, уже нарушает все международные нормы, является страной-изгоем, это мы и так знаем, находящейся под санкциями и так далее. То есть ей терять, собственно говоря, при ее положении-то особенно и нечего. То есть для Москвы и Пхеньяна такое сотрудничество является естественным продолжением политических систем в этих двух странах. То есть мы должны это ясно констатировать. И поэтому препятствий с точки зрения там, международного права, морали, понимания безопасности международной нет. То, что там написано в бумажках, да, оно может давать такое основание, что как минимум помимо военной помощи, там она взаимообразна как-то, я уж не знаю, чем, за деньги, за помощь ракетными технологиями, может быть, помощь в совершенствовании ядерных вооружений, да, она может предоставлять военную помощь. Могут ли появиться северокорейские солдаты на основании этих пунктов этого договора? Ну, наверное, теоретически да. Хотя вот так, положа руку на сердце, а что, сильно нужен договор, чтобы они появились в принципе? Что для этого нужно прямо юридическое закрепление этого всего. Он не пальские военнослужащие, которые уже были на фронте в Украине, они появились без всяких договоров, понимаете? Ну, там, видимо, не на государственном уровне, может быть, закрывали глаза на это, но что-то подобное происходило. Поэтому если бы Северная Корея хотела бы направить своих военнослужащих, они бы это сделали. Наверное, этому препятствует Китай. Может быть, Китай... Значит, пытаются убедить, чтобы он удержал Пхеньян от подобного шага со стороны Вашингтона, других союзников, я не исключаю этого. Но действительно Пхеньян и Москва сильно продвинулись в этом направлении, потому что если они заключают договор, он более объемлющий имеет значение, там ведь сказано о том, что это фактически взаимная помощь в случае военной угрозы того или иного партнера по соглашению, да, участника соглашения. Это означает, что если Северная Корея затеет войну с Южной Кореей, то точно Москва, если уж не своими военнослужащими, то уж какими-то военной помощью будет помогать Пхеньян, как Пхеньян это делает сегодня. Я считаю, что северокорейские солдаты могут появиться. Я считаю, это шаг безумным абсолютно, но появиться они могут. В силу чего? Возможно, в силу дефицита людских ресурсов в России, ну, вот определенные категории, все-таки уже подготовленные военнослужащие, это не мобилизованные, которых надо готовить несколько месяцев, а, видимо, это военнослужащие, вряд ли это обычных крестьян, которые рис собирают, отправят в Украину, да, то есть в этом смысле нет дефицита времени для того, чтобы направить их на какие-то участки фронта, наверное. С другой стороны, я считаю, что сильно преувеличен потенциал северокорейских военнослужащих и вообще возможности направления. Да, их много, как тараканов, что называется, да, этих северокорейцев, но в этом смысле, я, конечно же, имею в виду именно северокорейских военнослужащих, не корейцев как таковых. А вот, их не жалко, ни режимы в Пхеньяне, ни в Москве, это очевидно, там гибнут и гибнут, какая разница. Это выгодно, то есть потому что Пхеньян получает твердую валюту от Москвы, не знаю, нефтепродукты, что-то еще.
А эти люди направляются затыкать дырки или, наоборот, прорывать где-то и так далее. Но, повторяю, я не считаю, что эти военнослужащие настолько профессиональны, что они там сопоставимы с тем военнослужащим ВСУ, которые сами имеют боевой опыт войны сейчас, современной войны, и плюс подготовлены западными инструкторами, специалистами. И несмотря даже там на то, что это могут быть какие-то специалисты там из Северной Кореи, которые подготовлены для войны вот в подобном масштабе, я не считаю, что они будут эффективны, потому что они не знают языка, во-первых. Да? Ну, извините меня, изучить русский язык северокорейцы, я не думаю, что будут подбирать молодых военнослужащих, которые изучили русский язык. Ну, очень маловероятно, очень маловероятно. Времени на это нет. Да, за 2 месяца можно бойца подготовить, в принципе, более-менее, а вот язык русский не выучишь за 2 месяца. Никак. Ну, может быть, элементарно как-то и так далее. Это большое препятствие для участия в Восточной Европе, в войне в Украине, незнание языка, там, непонимание до конца, как люди воюют, какие традиции там и так далее. Это важная штука, понимаете? Нужно знать язык. Славяне разговаривают на славянском языке, и у них, значит, определенный характер общения, непонимание его, это ведет к разного рода сложностям. Именно в части ведения войны и там, участия в боевых действиях, это очевидно. А, во-вторых, все-таки давайте так говорить, это война 21 века, Корея Северная в этом смысле весьма отсталая страна, и я не думаю, что они способны выставить какое-то эффективное число людей, подготовленных, которые могут с дронами, там, с современными видами вооружения общаться там, и так далее. Ну, то есть, наверное, такие есть. Но они Корее самой нужны, понимаете? А здесь ведь вопрос о мясе идет. Не о каких-то специально подготовленных военнослужащих, там, спецназовцев, еще кем-то. Там есть какой-то спецназ в Корее, достаточно большой по численности. Но все-таки это нужда в нем есть у самой Корее. И вряд ли она станет делиться этим с Москвой. Ну, какие-то свои задачи надо решать. Военные в том числе. Поэтому я все-таки считаю, что это не будет эффективной помощью. Но опасность, вероятность такой, она высока. Скажем так. Москва очень нуждается в живой силе, нуждается в военнослужащих. Они не хотят проводить публичную, во всяком случае, мобилизацию в России, чтобы не попасть на недовольство. И в этом смысле за приемлемые деньги, вот, они и так платят мобилизованным приличные деньги в России, ну, с точки зрения российских оценок, того, как стоимость жизни в России, минимальная зарплата, всего остального, корейцев это гораздо более скромная сумма устроит, так что я думаю, здесь и экономический вопрос играет свою роль. Но, повторяю, в силу многих специфических причин, такой, какой является война в Украине, я не думаю, что они будут высокоэффективны, мне так кажется. Марат Захарович, еще один пункт этого договора предусматривает следующее. Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран. У меня в связи с этим возник вопрос. А кто больше был заинтересован вот в подписанном соглашении? Все-таки Москва или КНДР? Почему задаю этот вам вопрос? Потому что накануне путинского визита в КНДР на BBC Украина вышла статья, где в частности цитировался некий профессор северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Ёб, который утверждал, что визит Путина, он скорее символический характер носит, так как Россия осознает необходимость восстановления связей с Южной Кореей и вряд ли на какие-то серьезные соглашения может пойти с Северной Кореей. Вот как вы прокомментируете и какую оценку этому, в частности, пункту договора можете дать? Вы знаете, я думаю, что, конечно, Москва гораздо больше заинтересована, потому что она сейчас в войне находится, ей нужны и боеприпасы, как минимум, уж как они там договорятся о направлении военнослужащих, я не знаю, но нужны ей эти ресурсы. Вот. Корея со своей стороны, ну, смотрите, Корея берет свое, Корея заинтересована в получении своего. Это свое, это решение некоторых проблем, но они все материальные, потому что там периодически засухи, голод, не урожай риса. Это материально, то есть это деньги, Россия огромная страна, она может дать углеводороды, там, нефть, газ, там, еще в чем нуждается, конечно, Северная Корея. И непосредственно деньги, продовольствие. Ну, так, там есть
чем есть заинтересованность. Ну, вот говорят еще о ракетных технологиях, которых она действительно сильно уступает, Северная Корея, средства доставки ядерного оружия и другого, что, наверное, наверное, такая заинтересованность у Кореи есть. Но еще раз хочу подчеркнуть, Москва, в принципе, находится в дипломатической изоляции, мы про Корею говорить не находится под этой изоляцией. И, собственно говоря, да, заинтересованность Москвы выше, потому что ей надо сейчас задачи решать. Северная Корея еще начнет, не начнет воевать с Южной Кореей, но это отдельный вопрос. А Москва воюет прямо сейчас, и у нее там тратятся снаряды, мины для минометов, там, не знаю, другие средства, которые нужно пополнять. Вот у Северной Кореи, которая обширное военное производство, пусть и отсталое, она может эту помощь оказать. Но вот символически, не символически, понимаете как? Ведь вот, конечно, это тоже символический визит. Он там 25 лет не был, и ни с того ни с сего взял, поехал. Но это такой символический, который конвертируется в нечто конкретное. Понимаете? То есть ты символически приехал, а теперь уже Северная Корея – главный союзник. К главному союзнику ты едешь символически, а уезжаешь практически, понимаете? Поэтому да, с одной стороны, там что там, блин, строить совместный завод по производству компьютеров или самолетов этого не будет. А во всем остальном это вопрос приоритетов. Если для войны военные приоритеты сейчас, когда важнее гражданских всяких других, экономики, то это и есть главное. Значит, заинтересованность, она возникнет взаимная постепенно. Когда станет ясно, что вдвоем они, эти две страны, там Москва и Пхеньян, кстати, они идеологически сейчас все больше будут сближаться с точки зрения систем. А постепенно станет понятно, что они друг другу очень сильно нужны. Понимаете, в Юго-Восточной Азии для баланса с Китаем, для возможного провоцирования конфликта с Южной Кореей. Да, Москва в этом сильно заинтересована, в открытии нового театра военных действий, помимо Ближнего Востока, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины и войны там. Так что я бы так сказал, что да, символически, но часто символические визиты, символические обмены превращаются в весьма практическое сотрудничество. Во что может превратиться визит Путина во Вьетнам? Это тут абсолютно чистый символизм, либо действительно какой-то практический результат Путин от этого получит? Нет, здесь сложнее гораздо, понимаете. Вьетнам – открытая страна, она не находится в изоляции, у нее свои интересы. Там сейчас бурно развивается специфическая экономика рыночная, вот, при том, что наследство там коммунистической партии и всего того набора гражданской войны – присутствие военного Соединенных Штатов, там наследство богатое. Но сейчас Вьетнам в нынешнем виде – это не чита ни Северной Кореи, ни им подобных же изолированных юго-восточных династических тоталитарных систем. Да? Поэтому Вьетнам будет осторожничать. Они подписали какое-то, как я понимаю, соглашение о сотрудничестве, тоже такое больше символическое, но экономика там, там о военной сфере речи быть не может. Потому что Вьетнаму это не нужны проблемы. Он сильно заинтересован в сотрудничестве с западными странами и себе в ущерб поставлять вооружение или еще что-нибудь. Ну, Вьетнаму это не надо. Но с точки зрения какого-то обмена широкого, да, да, скорее всего, такое возможно, что, ну, слушайте, туризм, там еще что-то. То есть это может развиваться, но, повторяю, это останется символически. В любой момент Вьетнам с этого может соскочить. Вот Северная Корея не может соскочить, ей некуда соскакивать. А у Вьетнама, извините, более существенные партнеры есть. Ну, вот. Одна из важных новостей дня сегодняшнего – председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило о том, что страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против РФ, в частности, ее сектора сжиженного природного газа. Перед этим было сообщение в Reuters, что Германия якобы блокировала этот 14-й пакет из-за расширенных мер, которые бы заставили компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ. То есть фактически вот этот пакет вторичных санкций. Скажите, пожалуйста, насколько 14-й пакет будет действенным теперь? Вы знаете, сейчас непростая ситуация с этим газом. «Газпром» сейчас начал поставки в Европу. Раньше они сами взяли на себя запретительные обязательства не поставлять в Европу. Но это такая политическая мера была. Сейчас в силу тяжелого положения «Газпрома» они снова начали поставки этого газа, природного газа в Европу. В Европе его покупают. Ряд стран интенсифицировали экономическое сотрудничество с «Газпромом» и так далее. Поэтому
Ну, на этом фоне имеет все-таки значение, действительно имеет значение, как будет развиваться санкционная политика, именно прежде всего европейская. А жиженый газ – это важно, но он сейчас замещается поставками из Америки, там, из других стран и так далее. А природный газ, он, в общем, не охвачен в должной степени санкциями. Если этот 14-й пакет повлияет на 15-й, который запретит вообще торговать газом, а это актуально сейчас, с Москвой, потому что уже Европа может позволить себе, даже несмотря на издержки, избавиться от зависимости газовой, то это было бы очень полезно. Потому что, ну, вот не так актуален жиженый газ, хотя тоже, но все-таки не так. А вот чтобы остановить поставки природного газа, нужен отдельный пакет, новый пакет санкций. И если предпосылка к нему будет вот этот 14-й, то это будет эффективно. А вот повлияет, не повлияет? Ну, повлияет в какой-то части, как все санкции влияют. Вот никто же не ожидал, что вот санкции на московскую биржу, запрет торговли валютой, ну, фактически ведущий к деконвертации рубля, но он и так не особо конвертируемая валюта, но ухудшит ситуацию с неизбежностью. Ну, может быть, в более продолжительном отрезке, не на коротком, там еще какие-то вливания сможет осуществлять Центробанк, но все-таки в пределе это большая, большая проблема, понимаете? Существенная проблема. Поэтому все эти санкции, они эффект накопления имеют, вот, и рано или поздно сработают. Поэтому и санкции, связанные с природным газом, и этот 14-й пакет, он сработает, но не скоро. То есть не стоит ждать, что это произойдет немедленно. Сегодня многие обращают внимание на громкую публикацию The Telegraph, которая, значит, с таким ярким заголовком вышла, что якобы Великобритания, Соединенные Штаты сейчас в ссоре из-за вступления Украины в НАТО. О чем идет речь? Речь идет о том, что Британия поддержала предложение некоторых стран ЕС назвать путь Украины в альянс необратимым, но вот Соединенные Штаты хотят эту формулировку смягчить. И говорят, мол, путь Киева к членству в альянсе не следует называть необратимым. В этой публикации The Telegraph речь идет об этом. Скажите, пожалуйста, это все-таки, ну, то, что называется хайп, или действительно могут быть какие-то разногласия по поводу членства Украины в НАТО у Соединенных Штатов и Британии? Нет, они могут быть. Дискуссии продолжаются. Есть ряд стран, членов НАТО, которые настаивают на форсирование процесса, но если не приема, то как минимум принятие решений в пользу Украины о том, чтобы начать процесс движения к членству, понимаете. Америка возражает. Ну, там возражения-то понятно какие, потому что мы их примем, а значит, вовлечемся в войну с Россией непосредственно, и это приведет к ядерной войне. Ну, линейная логика здесь другой. Нет. Вот, они не готовы в этой части двигаться, потому что, ну, просто опасаются ядерной войны. То есть, ну, у них может быть и информация по этому поводу, или еще что-то. Ряд стран в Европе, поскольку это их непосредственно касается, это же не остров Америка, там, через Атлантический океан, куда русские танки не дают, для них этот вопрос по-другому рассматривается. Они по-другому на него смотрят, понимаете? Опасности эти ощущают непосредственно, у них нет этой отложенной угрозы, они вполне себе думают, что нужно форсировать этот процесс, что лучше вовлечься в войну сейчас, чем усугубить последствия, если Украина проиграет. Это точно приведет к продолжению войны уже в самой Европе, восточной, возможно, центральной, там, страны Скандинавии. Ничего нельзя исключать. Да, эти разногласия наверняка есть. Я бы их не трагедизировал, не драматизировал. Почему? Потому что даже если Украине в июле на саммите юбилейной 75-й годовщины НАТО в Вашингтоне не будет предложено ничего внятного по части интеграции в НАТО в Североатлантический альянс с Украиной, значит, что это компенсирует, понимаете? И чем интенсивнее дискуссия, чем больше нажим, чем острее споры, это хорошо, потому что, значит, Америка скажет, ну, ладно, ладно, мы не принимаем Украину сейчас в НАТО, да, ну, по понятным причинам выше указанным. Ну, хорошо, так и быть, давайте бесполетную зону сделаем. Так что уже ништяки какие-то могут быть за счет вот этой дискуссии, вот за счет этих споров, от которых не надо, собственно говоря, сильно-то и отказываться. А вот. И сами дискуссии эти полезны, потому что они ведут к попыткам нахождения компромисса. Это же свободный мир. Там все путем компромисса решается, а не путем давления. Там нет и все. Там так нельзя. Знаете, позиция Вашингтона была не поставлять оружие, оружие для обстрелов российской территории, а сейчас уже эта позиция изменилась. Значит, прогресс-то возможен. Он в принципе возможен. Так что я, в общем, склонен думать, что да, дискуссии имеют место.
Повторяю, есть страны, их не большинство, их, наверное, меньше, намного меньше, чем стран, которые противники, значит, включения в альянс Украины. Но раз эта дискуссия есть, значит, она порождает какие-то обсуждения, дискуссии, там, дебаты, возможности и решения, в конечном итоге, которые поспособствуют Украине защититься от агрессии. Прогнозы – вещи неблагодарные, но тем не менее, на что максимально и на что минимально мы можем рассчитывать по итогам вот предстоящего Вашингтонского саммита? Или все непредсказуемо очень по состоянию на этот момент? Просто это подписано соглашение о гарантиях безопасности 13 вместо 13 июня на саммите G7 в Риме. И это ускоряет как бы этот процесс, потому что его планировали в июле как раз подписать. Возможно, из этого вытекают какие-то решения. Возможно. Но прогнозировать их... Ну, самое элементарное – это вот ряд стран, которые готовы на себя взять обеспечение бесполетной зоны над Украиной. Ну, это простое же. Но мы не знаем, какие там возражения, готовности, понимаете. И прогноз конкретный невозможен. Мы только рассуждаем об этом. То есть пытаемся реконструировать возможный ход событий. Сейчас это... сложно сказать. Ну, может, ближе к саммиту появится какая-то дополнительная информация, публично ее специально сольют, чтобы протестировать, проверить реакцию, и тогда можно будет говорить. Будем следить за развитием событий. Марк Захарович, огромная вам благодарность за то, что находите время и возможность для наших зрителей. И присоединяйтесь к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале «Сейчас». Спасибо всем. Всего доброго. До свидания.